И всем привет, ребят, с мистер Майк, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату 2.0. Давным-давно у нас не было видеороликов, посвященных этому аккаунту. Если вы ждали, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике, установите мой личный тег TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Давным-давно я не выходил в свет с этим аккаунтом и не тестировал уже новые наши прокачки, так как у нас предыдущий видеоролик был посвящен Черной Пятнице, скидочкам и прокачкам вооружения. Сегодня мы вместе с вами скатаем на нашем Crusader Rail 7 с уже 50% резистом первым прокачанным, с дестабилизацией снаряда, с Крусейдером, который уже выкачан с МК-4 до максималки, то есть, грубо говоря, и рельса такая же у нас, то есть, грубо говоря, у нас уже на капитане МК-5 вооружение. При этом у нас Крусейдер есть возможность уже прокачать даже следующую модификацию, но так как скидок у нас нету, мы этого делать, конечно же, не будем. Ну и постараемся сегодня показать хороший результат в рамках матчмейкинга. Также откроем, я думаю, что немножечко обычных контейнеров. Не забываем, что ваша активность и лайкозавры, во-первых, говорят нам о том, сколько мы контейнеров откроем. Плюс, ко всему прочему, чем больше мы соберем лайкозавров, то есть давайте наберем, вот, например, условно 123-ку, тем быстрее выйдет у нас следующая серия по этому аккаунту. На сегодняшний момент времени я поделюсь теми мыслями, которые у нас есть. Скатаем один бой, ну и плюс расскажу, какие у нас цели по этому аккаунту на ближайшее время, так как ни для кого уже не секрет, буквально через 2 недели у нас будут уже скидки, и под эти скидки я бы хотел бы постараться как можно дальше уйти, во-первых, по прокачкам, заработать также дополнительно кристаллов, ну и сделать новые шаги в рамках и прокачки, и усовершенствования своего аккаунтика. Так, нам по заданкам осталось по недельным выполнить здесь регби и захват флага, поэтому давайте, наверное, как раз-таки регби мы сегодня пикнем. Ну и посмотрим, как нагибает моя рельса с дестабилизацией снаряда. Вчера я, когда выполнял заданки на стриме, боже, насколько жестко эта рельса работает. И если я попадаюсь со своими званиями, то она просто разваливает нереально жестко. Если я попадаюсь ниже, чем со своими званиями, то вообще разваливает в салат. Но если там меня кидает наверх, то плюс-минус просто держусь по балансу, да. То есть против даже там условно генералов, маршалов, теперь я на этом аккаунте могу спокойно конкурировать за счет правильной прокачки вооружения. Ну и за счет того, что у меня теперь на рельсу есть хорошее устройство, которая с крита может наносить по 3000 урона даже с брутом. Что касаемо кризиса и броненосца, до сих пор у меня на аккаунте этого добра нету, да, до сих пор я его не выбил, но надеюсь, что мы заработаем ультраконтейнеры в ближайшее время и постараемся как раз-таки все это дело выбить. Если мне падает либо броник, либо кризис, сразу я его на ближайших скидках стараюсь сделать фул, но для этого мне надо еще накопить дополнительные кристаллы. Кристаллы лучше всего копятся у нас на чем? Правильно, лучше всего кристаллы у нас копятся на открытии контейнеров. Поэтому наша задача в ближайшее время постараться накопить как можно больше контов. Блин, как же жестко эта рельса наваливает. Просто по 3000 скрита. Это просто салатик. И еще самое жесткое, что у меня теперь Крусейдер с овердрайва по 3000 урона наносит. Да, то есть теперь Сасулендера наносит по 3000 урона, что является тоже ваншотом среднего танка, даже если он в максимальной прокачке. Ну и вот так вот по 3000. Просто в головешку по 3000 урона залетает. Еще и критов так много. Жесть, короче, это рельса, это просто салатик. Только вот у меня еще и уверка не подбирается почему-то. Не знаю, что-то багануло. Так, на чем я остановился? Возможно, следующий видос будет как раз-таки с открытием контейнеров. Если у нас ничего не произойдет, то я постараюсь хорошее количество ультраконтов забрать с супермиссий и сделать уже масштабное открытие под скидочки. Задача постараться заработать где-то около 1 000 000 кристаллов, танкоинов до
до окончания танкофонда я не накоплю, чтобы купить танкофонд. Да, многие ребята вообще говорят, зачем тебе покупать на бездонате танкофонд. Но я более чем уверен, что если бы у меня были бы танкоины, я бы этот танкофонд купил. Да, потому что я считаю, что в любом случае там получить дополнительный слот, плюс там конты и все в этом духе, за тыщенку условно без доната, это нормально, да, условно то, что у меня сейчас слотов-то все равно там всех нету, да, слот получил, плюс баблецо сверху, в принципе, это хороший размен был бы, но я при любом раскладе накопить не смогу это количество танкоинов, поэтому они останутся на какие-то другие ивентики. Так, Сосулендру, ох, такую хорошую, вкусненькую даем. Нам уже, кстати, делают первую доставку. В целом, по ГС-ке, да, ну, нормально, в принципе, да. Тут какой-то пятый ворон, только с 7000 ГС-ом. А так, даже вот бригадир, 4500 ГС, у меня на капитане 5200, да. То есть, за счет еще фулл прокачанного модуля мне тут ГС-очка неплохо добавляется. Ну, а так резов у меня нету. Соответственно, тут повышенного ГС-ника у меня не может быть. Ну, и прокачка у меня МК-4 фуловая. Да, то есть, если у нас будет уже МК-5, следующая модификация, которая Крусейдера уже доступна, да, то есть, если я прокачаю прямо сейчас вот Крусейдера на максималку, то у меня уже будет где-то около 6000, может быть, даже чуть больше ГС-ки, что будет уже хорошим показателем. Ну, а если у меня появится рельса, следующая модификация, которая появляется у нас с... Ой, сколько мин. И я так спокойненько по этим миночкам просто проезжаю, потому что 50% резик есть. Вот кто мне, ребяточки, говорил, что зачем ты качаешь 50% рез от мин? Вот, вот. Стояло только что где-то 10 мин. Из них я где-то подорвал штук 6-7. И спокойнейшим образом поехал дальше. Просто поехал дальше и оформил доставку для своей команды. Так, опять я прервал мысль и забыл, о чем я говорил. О том, что если у меня наберется полковник, нет, подполковник, подполковника мне надо поднять. Если я подниму подполковника до скидок, то у меня будет возможность МК-5 полностью прокачать вооружение, да, то есть у меня будет, по сути, МК-6 Крусейдера Лиса МК-6 будет. Да, что является, ну, шикарнейшим, как по мне, показателем. Но для этого мне надо прокачать звонку. Да, вот, например, сейчас до следующей звонки мне надо... Сколько тут? 50... 54, да? 54 тысячи. Премка у меня на 3 дня есть, которую я активирую тогда, когда у нас будут повышенные фонды. А повышенные фонды у нас будут как раз-таки на начало новогодних ивентов. Да, скорее всего, там первые выходные будут как раз-таки с повышенными фондами. Ну и там на заданках, на супермиссиях я активирую премочку. Ну и постараюсь поднять как можно больше по звонке, да, потому что мне нужен подполковник. Я очень хочу поднять именно это звание, чтобы как раз-таки у меня полноценная комбинация Крусейдера-рельсы была уже МК-5 фулл-качанная, то есть, грубо говоря, на МК-6 модификации я катал. Да, для подполковника я считаю, что это хороший показатель. И хорошо, что эта обнова вышла с тем, что теперь можно опять выгодно прокачивать вооружение. Да, потому что у нас был какой-то период времени, когда прокачивать было бессмысленно, потому что ты прокачиваешь, и за эту прокачку ты все равно потом платишь то же самое количество кристаллов. Сейчас же так же, как и прокачивал, когда я первый бездонат аккаунт, есть в этом смысл, да, и, соответственно, с точки зрения прокачки на средних званиях становится более жестко ваше вооружение, да, можно так сказать, более жестким ваше вооружение становится. Так, доставочку вторую, кстати, я уже оформляю, шикарно, шикарно, вторая доставка есть, надо, чтобы он еще купол поставил, но он купол не ставит, поэтому он просто чего? Сосулендру даем, на 3000 сосулю даю, и она еще и выдерживается. Это какой у него, какая у него прокачка титана на пятом уровне? Какая у нее тогда прокачка? У нее тогда титан МК-7? Или МК... А, ну, наверное, МК-6 фуловый, да? МК-7, наверное, у него. МК-7 у него, офигеть, жесть. 25 киллов у нас уже, ребячки. 25 киллов. Насколько жестко эта рельса все-таки нагибает? Сколько много киллов можно с ней давать? Это просто жесть. Такой салатик, такая колбаска нарезается.
Мне очень сильно нравится, как это все дело работает. Посмотрим, кстати, сколько киллов по итогу я за эту катку заработаю. Ну, вы видите, да, плюс-минус мои ГСки, мои звонки. И я могу вот таких результатов добиваться на бездонате. Просто на аккаунте без никаких абсолютно вложений. Что касаемо других пушек, да, я изначально, когда прокачивал этот аккаунт, говорил о том, что я хочу прокачивать рельсу и шафта. По итогу я пока что остановился только лишь на одной рельсе. И считаю, что я буду просто прокачивать следующую пушку в зависимости от хорошего устройства, да. То есть если мне упадет условно на какой-нибудь там рикошет Гелиус, да, либо там на шафта упадет там, не знаю, пипетка, да, либо еще что-то такое упадет, у нас, кстати, мегаголд, то я это как раз-таки и прокачаю. Попробуем отсюда долететь, не знаю, хватит ли мне дальности до долета, до голда. Давай, 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 Валера, давай, делай, делай, делай. Ух, ептите, по итогу все равно я не забрал. Чел просто снизу на мамонте забрал этот голд. Поторопился я, походу, с прыжком. Можно было чуть подольше прыгнуть. И тогда на мамонта как раз бы я бы этого залетел. Ну ладно. Десяточка вкусненькая была бы, конечно, бабловая. Но, увы, ях, чуть-чуть обломались. Поэтому я буду стараться как раз-таки прокачивать следующую пушку в зависимости от устройства. Да? Упадет хорошее устройство, сразу тушану эту пушку в прокачку. Ну, если у меня, конечно, кристаллы будут на все это дело. Также и с кризисом, и с броником. Да? Кризис падает. Если кристаллы есть, сразу кризис фулю. Хотя, по сути, кризис особо сильно мне, наверное, не нужен на сегодняшний момент времени. Хотя, если экономно играть, то можно и его очень и очень выгодно реализовывать. Так, сосулендрочку. Ну, такую не очень вкусную дал. Хорошо, все равно титанчика заработал. Добил. Пойдет. Так, еще добавочка. Так, надо под Шареллу было вообще эту играть. Ну, подстрахуем тиммейта, постараемся доставить. Он прожимается еще. Прожимал его, делает. Ух, какую тычку по титану вкусную даем. Просто нереально вкусняшка залетает. На минус его сразу отправляю, но по сути... Ой, криточек на 3000, боже, ну как же жестко. Как же жестко все-таки может нагибать эта рельса. Так, 4 минуты у нас остается до конца. 33 килла у меня уже есть. По сути, здесь можно постараться даже до 50 дотянуться. Ну и победу. Победу нам тоже надо оформить. Так, чел, 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 не падай, не падай, не падай. Не падай, хотя бы мячик там оставь, плиз. Хотя бы мячик там оставь, чтобы я его забрал. Дашки у меня нету. Риса это меня сейчас еще здесь... Ух ты, нифига он лагает. Ептеть, я еще и смазал так. Бездарно. Ну нормально, он тоже мажет. Он тоже мажет, поэтому дает нам возможности. Так, хоппер с оверкой. Развели его. Отлично, разводка сработала. Сейчас титан купол, наверное, прожмет. Так, и здесь Ареса и Зида. Надо, чтобы критануло у меня. Не критует, он под купол заезжает. Но я все равно по минам могу проезжать. Могу спокойно проезжать по минам. 50% рез. Насколько же жестко он все-таки держит против минок. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что вот такое вот приобретение, оно целиком и полностью оправдано. Потому что резисты у меня смогут появиться только лишь на маршале. Вы представьте, на маршале. До маршала этот 50% рез от мин мне так сильно отобьется. Он мне просто в плюс вкусный выведет. Максимально. Так, 4 доставки у нас уже есть. У меня есть оверка. У меня есть оверка, которую хотел бы вообще реализовать. Реализовать оверку под доставку было бы шикарно. Но наш тиммейт умирает, к сожалению. Да, и походу он придется сейчас эту сосулендру уже под дефчик прожимать. Под дефчик, чтобы нам не доставили. Да, викинг вжимается. Недолго думая, я сразу выдаю в него. Он подмороженный еще поползет. Поползет, поползет. Ну дайте ему что-то. Хорошо. Это я уже думал, вдруг он сейчас еще и доставит. Так, хоппер пикает, отлично. Пищеночку ему даем. Мамонт с овердрайвом. Но он с приваренной башней, поэтому, по сути, мне... Можно даже, наверное, на пассивных сыграть. Давайте сыграем на пассивных. Не буду я рисковать. Не буду я особо сильно здесь ехать. Хотя... Хотя как будто мне даже никто ничего не сделает. Попробуем доставить. Давайте попробуем. Посмотрим, оправдан будет этот риск или нет. Так, миночки, миночки. Вот видите, он продолжает ставить мины. А я не чувствую его мины. Я просто их не чувствую. Сближаюсь специально в упор, чтобы он по себе побольше урона надамажил. У него 100% нет устройства. Я не знаю, что у него, кстати, за устройство. Если у него еще и без плаша устройство, то это вообще какой-то киборг. На таком звании. Такое вооружение иметь. 500 урона ему просто даю.
Так, аудишка начинает падать. Начинает падать ауди. Я не знаю, кстати, вот этот донатер вообще или кто это? Как у чела такое прокачка вооружения? Чисто на донате, на спецушках новых? Или как он заимел? Можете в чате. Ой, в чате, в комментариях, ребят, написать. Каким образом у него такое вооружение? 7400 у него ГС. Ну и то даже. 7400 ГС, но у него 160 очков. Я думаю, что это просто какой-то донатер. Это не старый аккаунт, а чел просто купил себе спецушку с вооружением и думает, что он такой жесткий нагибатор. Так, мяч. Мяч как прикормка сейчас лежит. Очень неплохая прикормочка, которую мы можем реализовать вот так вот. Ай, боже, ну ё-моё, ну я профессионал, сосуль. Просто профессионал. Можно было сейчас такую сосулендру вкусную выдать. Там бы по аресу бы дал бы и от аресика бы раскрутилась бы моя сосулечка. По итогу 1000 очков. 1000 очков мы делаем в рамках этого боя, что является шикарнейшим показателем. 43 килла выдает моя рельса с дистанционным, говорю, подрывом, с дестабилизацией. И это шикарнейший показатель. Просто шикарнейший показатель моего вооружения. И я уверен, что показатели могут быть еще жестче. Еще сильнее можно показывать результаты с этой рельсой. Так, по викингу еще 1000 неплохую даем. Но у нас уже 5 секунд до конца. Добить. Нет, к сожалению, я его не успеваю. Ну, 6-2, шикарнейший бой. Шикарнейшая реализация. Забираем сразу сверху контейнеры. И те контейнеры, которые мы сейчас вместе с вами заберем, я думаю, что мы их сразу сможем и открыть на этот видос, а именно пятнашечку обычных контейнеров. Вдруг мне сейчас с этой пятнашки что-нибудь вкусное упадет. Да, припасы вы видите, как быстро у нас копятся за счет того, что я просто выполняю заданки, открываю контейнеры и больше ничего не делаю, да. То есть я не трачу припасы по большей части на какие-то дополнительные траты. Да у меня их нет. Нет дополнительных трат. То есть, по сути, все тратится на минимальные моменты, да. То есть, мне осталось две миссии. Здесь чуть-чуть очков и там чуть-чуть очков. Ладно, это я уже на стриме, наверное, добью. На видосе мы уже это выполнять не будем. Так, и недельную заданку мы тоже забираем. Получаем дополнительные звезды. Мне до конца этого челленджа осталось 5 дней. За 5 дней нужно постараться забрать челлендж, чтобы получить как раз-таки 100 танкоинов. Не знаю, насколько большие шансы у меня это дело реализовать. Но, наверное, есть еще у меня 2 пачки здесь миссии. Это по 15 звезд. Да, это 30 звезд я смогу здесь заработать. С обучалки у меня звезд нету. Блин, ну не знаю, получится, не получится. Даже если не получится, ничего страшного, я думаю, что в этом плане нету. Хотя хотелось бы все-таки соточку дополнительных танкоинов заработать. Поэтому, если что, вдруг, может быть, даже чуть-чуть побольше здесь покатаем и поднимем. Так, я хотел открыть 15 контов. 20 у меня уже ультриков. Я думаю, что к следующему видосу мы уже можем очень хорошее количество контейнеров накопить на открытие. Поэтому проявляйте, ребяточки, максимальную активность на этот видеоролик. Поддерживайте его лайком. Оформляйте подписочку на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ой! Это жига. Я думал, это фриз мне упал с насосом. Если бы это был бы фриз с насосом, то это была бы заявочка на прокачку фриза. Но жига с насосом не очень, если честно. Ну, в любом случае, тоже устройство за кристаллы падает. Всем спасибо, ребяточки, за просмотр. Проявляйте максимальную активность. Всем удачи и всем пока.